Приготовим салат с красной икрой, с красной рыбой. Нам понадобится слабосоленая рыба, икра, свежий огурец, яйца, картофель, авокадо, маслины без косточек, майонез, соль, перец и зелень. Рыбу нам нужно нарезать на мелкий кубик. Огурцы сначала нарезаем на кружочки, а потом на мелкий кубик. Авокадо режем тоже на мелкий кубик. Маслины нарезаем кольцами. Приступаем к формированию салата. Итак, первое — это сеточки из майонеза, дальше идет картофель, опять майонез, следом идут огурцы. Укладываем дальше мы маслины, равномерно распределяя по всей площади. Следующий слой у нас — это авокадо, дальше сеточка из майонеза. Следующий мы укладываем слабосоленую семгу. Дальше мы добавляем желток. Делаем сеточку из майонеза, и самый завершающий слой – это белок. Осталось только украсить. Добавляем красную икру, украшаем, как вам нравится, добавляем зелень и приступаем к дегустации. Поверьте, это очень вкусно. Обязательно приготовьте. Приятного вам аппетита!